И всем привет, мои дорогие друзья! С вами пока! И всем привет, мои дорогие друзья! С вами Паган! И сегодня мы будем снимать новый сериал! Да, я придумал новый сериал! Да, его имя Каменный век! Как вы видите, я добавил шейдеры. Мажор. Опять же говорю, это я не говорю. Так что начали. Пока может все быть недоработано, ну да ладно. Так, Иван. Да, здесь. А, Иван, слушай, а ты не мог дать мне денег? А сколько? 3 миллиона. Ну, я потом тебе верну. 10 рублей? Но у меня столько есть. Ах, ладно. Все равно сойдет. Просто я сейчас работаю над очень главным проектом. И что это за проект? Это машина времени. Оу, машина времени? Серьезно? Да, но пока оно недоработано. И оно может увести. И это очень опасно для жизни. Оу, очень опасно для жизни. Можешь принести кофе? Да-да, сейчас принесу. И еду принесешь. Здесь все, чтобы читать в твоем холодильнике. Алло? Эй ты. Или сейчас возвращаешь деньги, или мы ломаем дверь и заходим к тебе. Ой. Если это не опробовать, тогда это будет опасно для моей жизни. Так, как это все включается? Ага, свет включен. Ага, нужно вернуться на 1 год раньше, выиграть казино, и все будет нормально. Так, все, сейчас будет работать. Постойте, 400 миллиардов лет назад? Нет, не нужно. Нет, выключайся. Нет, помогите. Где это я оказался? Где это я? Нет, работай. Давай же. Что? 400 миллионов лет назад? Лучше я буду здесь оставаться. Так, вот камера. Я тут нахожусь уже 1 час, и я не знаю, где я. Похоже, я оказалась в каменном веке. Ну, похоже на то. Ну, ладно. Боже мой. Ладно, уже надо идти. Надо идти уже. Так, посмотрим окрестности, что там. Что такое? Что? Ой, что я сделал? Что такое? Что такое? Кто вы? Мы принесем тебе жертву, чтобы у нас был огонь. А серьезно? Ага,
Не, вы меня неправильно поняли. Я бог огня. Я пришел, чтобы зажечь ваш костер. Если пройдет, если луна уступит свое место солнцу три раза, и ты не зажег огонь, мы тебя убьем, чтобы получить огонь. Да мне и столько времени не понадобится. О, боги, боги! О, дайте мне силу, чтобы я смог зажечь этот костер. Он зажёг костер. Ура! Несите! Несите! Несите мясо! Несите мясо скорее! Постойте, как это вы делаете шашлык? Это не я и делаю, так и делаю шашлык. А как делаю шашлык? Шашлык надо делать вот так, чтобы ты вот так вот отпускался. Я тебя отпускаю штаны, чтобы видно было, какой человек. Да, вообще. Вот так вот должен быть. Вот, держите. Вот. Ну, молодец. Но если тебя нашел... Но если тебя нашел Гого... Гого? Кто такой Гого? О. Ты будешь жить в его пещере. Пойдем. Ну, давай, пойдем. О, дождь. Дождь пошел. Ой, что же делать? Я шаман этой деревни. Я сделаю так, чтобы дождь ушел. О, боги! Ладно, ну пойдемте. Эй, Гого! Гого! А? Что? Что такое? Что такое? Это твоя пещера? Да. Ну ладно. Эй, хочешь с тобой поиграем в игру? Какую еще игру? Ты хочешь поиграть с камень-камень? Камень-камень? Ладно, а как в него играют? Сейчас я кину тебя камень, а если попадет, ты проиграл. Что за... Ой, ты проиграл. Ах ты, иди сюда. Не поймаешь. Боже. Ах, я чувствую себя как дома. Здесь есть и люди, и... Не Руди. Слушай, Гого, а ты меня отведешь до места, которого привез? Да вон там. О, наконец-то. Давай, давай. Должно работать же. Давай. Ой, давай. Ладно, уж не работает.
Слушай, хочешь покажу, что есть рядом? Ну, давай, покажи. Пойдем со мной. Ого, куда это ты меня привел? Ого, лучше я буду убегать. Стой! Сохраняют от динозавров. А, уже с малых лет о нашей безопасности забудет другие. Добрый вечер, добрый вечер. Крым наш! Крым наш! Что я говорил? Мы же армяне. Крым ваш! Крым ваш! Добрый вечер. Ну ладно, давай пойдем. Ну давай. Эх, ну ладно, я посплю, а потом завтра решу, что делать. Надеюсь, вам понравился мой новый сериал «Каменный век». Да, да уж, да уж, да уж. Я не получил ли смешно, но Крым наш. Нет, это было просто шутка. Кто я обиделся, простите. Ну ладно уж, как вы видите, я добавил шейдер. У-ля-ля. Мажоры. Опять мажоры и меня достали. Да. Ну ладно, всем пока и удачи. А вы подписывайтесь на канал и ставьте лайки. С вами был Ваган. Всем чао, бомбидо!